Я никогда ничем не наслаждалась. Я всегда ждала, что же произойдет дальше. Думаю, мы все делаем так. Проживаем жизнь, никогда не останавливаясь, чтобы насладиться моментом. Слишком заняты, пытаясь успеть справиться со всем. Поэтому нам следует начать делать то, что мы действительно должны. Иногда случаются такие моменты просветления, когда я останавливаюсь и задумываюсь на секунду. Погоди, вот же оно. Это моя жизнь, лучше притормозить и наслониться ей. Потому что в один прекрасный день мы все умрем. И все. Тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя. А он тебя целует. Говорит, что любит и ночами обнимает. К сердцу прижимает, да я мучаю все боли. Со своей любовью фотографии в альбоме. А тебе напомнит, а он тебя целует. Короче, нашли мы эту нору. Нору енота, да? Да. Погнали. Следы его. Следы, да, все его, короче. Вот тут. Туда, вон тебе следы как справа. Во-во-во-во. Вот они, свеженькие следы. Камеру туда заведи, следы, он твой лаз у него. Вот. Плохо, наверное, видно. А вот его нора, короче. Нихера, слышишь, у него там лаз? Вообще у него там. Енота кровь, блядь. Офигеть, он там завабахал себе хату. Нормально у него козырек, как мотка, да? Красавчик. Вот такие вот норы енота. Он тут не один он ходил. Не, он походу живет. Живет тут у него, но такие апартаменты, и я бы там тоже жил. Ладно, погнали.